Всем привет, меня зовут Виктор, и это моя третья попытка замочить плакальщика. То есть какую сейчас я выберу тактику? Ну, в общем, мне нужно как минимум нафармить 200 взрывных стрел. 200 взрывных стрел. Нафармить, купить, найти, отобрать, неважно. Но мне нужно примерно такое количество. И я маленечко тупанул. Ладно, давай здесь зайдем, посмотрим. А, ты ж не барыга. Вот барыга. Может, у тебя появились... Нет, со временем. К сожалению, у тебя ничего не появилось, кроме варвара. Варвар возьмем. Так, чтобы мне это нафармить поможет побыстрее, мы сделаем следующим образом. Мы сейчас выйдем в главное меню и загрузимся. Вот здесь мы загрузимся. Потому что здесь фармить проще. Здесь ресурсов больше. Старый город. В старом... Парковка. А, ну я тут парковку шфармил, да? Слушай, а сколько у меня вообще сейчас этих наборов ЧС? Три всего. Так, ну даже я вам скажу, что мне по сути это и не сюда нужно. Мне нужно вот сюда. Что-то ты как-то странно приземлился. Вообще как-то странно прям. Кто там базарит? Что там такое? Где там кто? Да пошли вы. Мне надо в трущобы. Так, зажигательные. Что же вы? Топор дровосека. Вот этим прикольно башни рубить. Здесь есть, короче, квест, где надо что сделать 50 двойных убийств, 50 голов, по две головы одновременно срубить. Вот таким топором прям огонь это делать. Там какой-то топовый дроп выпадет. Там выпадет какой-то топовый дроп. О, хорошо.
Нет. Окей. Я... А, я купил вас или что? Купил? Ладно. Раз я купил, то... Давай наверх сгоняем. Здесь тоже барыга есть. Потому что смысл? 100. 200 надо минимум, да. 200. 200 разрывных стрел. И плакальщик будет повержен. Блин. Отравленный дротик. А у меня есть такой, нет? Да мне как бы... Мне все вот эти ваши дротики, там, отравленные они, или там, не отравленные, мне они до барабана. По барабану вообще. Все эти ваши дротики. Пошли отсюда. Пошли искать химикаты. Так, а я здесь вообще все зоны безопасными сделал? Да? Ну окей. Окей, тогда. Так, у меня есть 15 стрел, это хорошо. Так, вот здесь надо перезарядить. А. Угу. Прощай. Ну. Упала все-таки. Так, а что у меня там пишет? Нужен 25 уровень. Так, ну-ка. Навыки у меня 24. Мне нужно последний, да, уровень. 475. Ну... Я думаю, на видос я это фармить записывать не буду, как я апаю 25 уровень. Это мне нужно будет раз 10 пробежать этот. Как там? Полосатый дракон, или как он там называется? Ни одного еще реактива не нашел. Пахлава, пахлава, пахлавище. Так. Руки у тебя еще не доросли. Махаешься, стоишь на меня.
И у тебя коротки. Отвалите от меня. Ох ты, нашел. Нашел что-то. Химикаты хоть какие-то нашел. Так, и здесь. Типа вы меня тут зажали, да? Но вы гады. Сука. Везде огонь, да? Да молнии. Огонь, да молнии везде. Сорян, я не заметил, что ты живой. Так бы я тебя сразу прикончил. Так, что такое? Чё-то задержался я здесь, пора дальше идти. Нету тут ни хера. Нету тут ничего. Да что вас так много-то на меня бежит? А? Чего вас так много-то? Так. Безопасная зона. Ну, в безопасной зоне, значит, здесь взять нечего. Все. Это здесь этот мелкий тут, по-моему, сидел, да? Угу. Хорошо. Разрывные стрелы мне пригодятся. А, это в тюрьму сейчас бы ушел, блин. Мне не надо туда. Мне туда не надо. Там на скорость надо проходить, а из меня херовый... на скорость проходильщик. Или
проходимец. Или пройдоха. На скорость, в общем, из меня херовый, поэтому... Никого на скорость и ничего на скорость я проходить не хочу. Так, подожди, а где тут? Где тут была же это? Что-то странно. Потерял я, короче, где? Его взорвали, что ли? Или что с ним случилось-то? Я помню, это где-то... Ну, как бы здесь нет. Здесь же какой-то паром вроде был. Или что такое? Он уплыл или что с ним произошло? Зачем я сюда... Бежал тогда в надежде здесь торгаша найти. Случайная встреча какая-то. А ты? Да не, пошел нахер. И что ты мне в канализацию предлагаешь спуститься, да? Ладно, иди нахер. Мне твои рассказы про канализацию прям вообще слушать не интересно. Мне надо 200 стрел взрывных сделать. И замочить этого сраного плакальщика. Так, я сейчас на окраине. Но тут мне, конечно же, ловить нечего. Давай попробуем. Может, получится как-нибудь по-изичному открыть. Что-то где-то вот здесь, да? Получилось. И что? И ты мне дал просто красную биту, да? Ага. Оп. Осталось без руки. А вот и без головы. И все. Да выпендривались. Так. Бежим дальше. Химикаты.
Блин, тут похоже. В мусорках, похоже, нету этих химикатов. Ну, и здесь, по-моему, тоже нету, да. В мусорках химикатов нет. О! Есть, здесь хоть есть, и то ладно. А что тут так темно? А, это здесь эти сидели. Алкаши-то, которые там... Принеси мне спирта, принеси мне спирта. Типа там жена рожает, а я тут такой... Не могу отойти там, да? Ну, помню, помню. Помню этих алкашей, помню. Огонь. Огонь прям. С дырочкой. Капец, тут просто локация. О. Локации здесь тоже прям. Боулинг, зомбо-боулинг. Для того, чтобы сыграть в зомбо-боулинг, вам понадобится зомби и баллон и газовый баллон. Да, здесь все-таки получше находить. Давай. Разрывные есть. Ух ты, полуторный меч. Ай, блин. Слабенький урон у полуторного меча, поэтому мы тебя проигнорим. Ну, давай, еще. А, нет. Ужасная мачете. Ну, выглядишь ты действительно ужасно. Может быть, поэтому ты как раз и ужасная, да? Что ты именно так ужасно выглядишь?
Так, стопэ, куда ты полез? А вот давай вот здесь. Спустимся здесь. Здесь что? Блин. Так, здесь. Что здесь? Что здесь? А, вон, туда, в те дома надо. Не встанешь? Да что же вы тут, заразы, поокружили меня? Блин, сволочи. Завалили, твари. Чё у вас тут как этих? Да чтоб тебя, блядь. Что у вас тут? Прорвало, что ли, или чё, блядь? Столько тут надлетело.
Химикатов бы лучше столько падало, сколько зомби тут попадается, блин. А то не одно. Ты что, не видишь, я кушаю? Халвой решил подкрепиться. Дурачок. Тянешь свои тут грабли. Зомбацкие. Зомбограбли. Чтоб вас домашние припасы. Бичевка. Домашние припасы, бичевка. Бичевка, домашние припасы. Приятно познакомиться, блин. Блин, для чего такие ручки делают, которые неактивные? Интересно. Интересно. Все кровище забрызгал. Ой, нихуя себе. Сказал я себе. Ох, ну ладно. Ради химикатов. Можно этим пожертвовать. ХП. А ты здесь что продаешь? А, это испытание, наверное, да, какое-то там. Сколько у вас тут? Опять ты, блин. Как-то эти прыгуны, они и то менее назойливые. Как-то от них можно скрыться, свалить, убежать. А эти-то, падла, караулят тебя. Ладно, хоть припасы нашел. И то хорошо. Че, ловушку ограды? Ну давай. Кого-то убил даже. Thank you.
Но, блин, опять загорел. Черт, я тут, похоже, сейчас свою пилу полностью расхерачу. А ты откуда упал? Темнеет, темнеет. Сколько? 20. И мне надо, короче, вот сюда, да? Так, сколько я химикатов-то набрал уже? Сколько химикатов-то? Инвентарь, ну, химикаты. А, так, изолента, гвозди. А где химикаты? Вот химикаты. 5, 5 это мало. 5 это мало, я. С 5 могу 8 стрел изготовить, это 40 стрел только. Это мало. Я бы химикатом обрадовался больше, чем твоим 288 долларом. О, я рад. 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 Иди отсюда. Сука, у вас что, семейный подряд, что ли, там? Семейка зомби. Yeah!
Стоп вас. Что здесь ни одной этой поднять нельзя. А, это Зеры. Это этого. Доктора Зерия. Логово было. Кто там стонет? Я пришел тебя освободить. Ты свободен, можешь идти. Не хочешь? Ты хочешь остаться? Ну ладно, так оставайся, так уж и быть. Оставайся. Вот, нормально, еще химикаты есть. Ах, шнапак что-то чешется. Так, теперь мне надо... Теперь мне... Зайти опять к барыге, посмотреть стрелы. Вы что, прикалываетесь, что ли? Вы сейчас все что, блядь, все разрывные стрелы попрятали? Только не заглянешь, только разрывные стрелы. А сейчас типа попрятали, да, все? Молодчики. Как только я собрался завалить плакальщика, так все сразу разрывные стрелы попрятали. Окей. Хоть у этого есть. Чё? Так, давай посмотрим. Давай посмотрим. Сколько мне уже удалось найти разрывных стрел? 60 штук. Все, 60 штук у меня есть, а больше купить не смогу. Отлично, 60 есть. Так, химикатов у меня. Химикатов у меня. Где химикаты? А, вот... Нет, уже низко, далеко. 7 это мало. 7 это мало. Мне еще надо 7 примерно. И тогда все. И тогда окей. Можно считать задание выполненным. Еще 7 химикатов и задание выполнено.
Нормально получилось, да? Вообще отлично. Хотел побычить, да не вышло, да? Ну, бывает. Бывает. Так, здесь... А! Барыга-то мне теперь не нужен. Мне ж теперь барыга-то не нужен, я же... А здесь его и нету, да? Я ж купить-то не могу уже. Разрывные стрелы. Единственное, что может быть, гранаты будут попадаться разрывные. Вот это можно будет купить, да? Или может быть этого плакальщика гранаты наоборот сделать. И попробовать гранатами закидать его. Куча же вариантов на самом деле, да? Чего-то там со взрывами. Чего-нибудь со взрывами. Карантинная зона. Да я тут уже был. Она уже не в первый раз найдена. Я тут был, я ее проходил. Так. Я только ищу химикаты. А все остальное мне не интересно. Орешки, гвозди. Как она рада меня видеть-то, прям издалека заметила и прям и бежит сразу навстречу. Радостная такая, довольная. Типа, наконец-то ты пришел. Наконец-то. А я думаю, глаза бы мои тебя 100 лет не видели. Сволочь ты такая. А она бежит, бежит. Чё за фигня? Что за прикол? Нельзя залезть, что ли? Не хочет. Не хочет.
уровень легенды повышен. Отлично. Так, а чё? Химикатов-то дадите за это? А. За то, что уровень легенды. А, все. Не проникнуть сюда больше, да? Уровень легенды апнул. Все, похоже. Так, сюда больше не проникнуть. Ну, окей. Окей. Не проникнуть, так не проникнуть. А чё ты? Зацепился же, и чё ты отцепился? Капец, блин. Шустрик. Приколист прям. Приколист, куда деваться? Ну-ка. Так, навыки. А. А, нет, легенду. И что это? Так, следующий урон плюс 4%. Конечно, конечно, конечно. Да, 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 я. Я хочу. Хочу купить. Урон увеличить. Огнестрельного оружия. Ой. Холодного оружия. Ну давай уж, давай. Раз ты так настаиваешь, то давай. Отоварю тебя уж. Тут ты так настойчиво за мной бежишь, прям что. Типа там. Умоляешь там, чтоб я тебя отоварил. Ну ладно, раз. Хочешь, чтоб я тебя отоварил? Вот я тебя и отоварил. Теперь не жалуйся, что я тебя отоварил. Не жалуйся. О, блин, сколько я тут бегала. Статуэтку только сейчас заметил. Не-не, вы не подумайте. Я не статуэтки бегаю, фармлю. Я химнаборы стараюсь нафармить. А, отцепись, отцепись. Блин, надо же было этот.
Блин, в этих закрытых может лежать химия. Так, а что тут у тебя? Нет, тут... Ведьма, у тебя что-нибудь есть мне сказать? Нет? Ну ладно. Я надеялся, что ты мне что-нибудь скажешь. Все, всем пока. Все свободны. Все свободны. Вот оно, да? Вот оно как. Короче, наверное, здесь ничего нету. Надо искать вот в тех домах. Здесь как-то меньше попадается. Там все побольше как-то было этих химикатов. И никто, блин, не торгует ими. Плакальщика, потом жабу еще валить, и этого еще Левиафана валить. Охереть, блин. Это ж капец просто. Что, в прятки, что ли, поиграть собралась? Блин, одна жратва. Одна жратва.
Что-то у вас дохерища-то прям как-то это... Атакуют меня. Вы чё тут? У вас чё? За херня-то такая попёрла? Фига себе, блин, вас. Сдох ты там, нет? Снова лезешь, да? Что-то вообще прям химикаты перестали выпадать. Это что за фигня-то? Мне, блин, с таким количеством левиафана не одолеть. Ой, блин, левиафана, плакальщика. А если учесть, что мне еще надо нафармить? Ну, вернее, не нафармить. Там еще полчаса его убивать. Капец, блин. Так, здесь. Ну давай, что, запрыгнешь сюда, а? Оп. А я вот так. Так, еще одну нашел. Идеале-то где-то штук 20 этих химии этой надо. Только вот где ее столько накопать-то? Ни хрена не это не попадается. Отвали. Куски мяса аж там прям по сторонам вообще. Жестко. Жестко. Или, точнее, жестоко. Жестоко прям. Ох. Так, еще один. Аллилуйя, слава богу. Еще статуэтка. Это значит, я здесь не был, что ли, если статуэтка здесь стоит?
Так, давай глянем, сколько химикатов у меня. Химикатов. Изолента. Блин, а как у вас тут это? Так, может через... Блин, нет, не так. Так, разрывные. Десять химикатов у меня. 10 химикатов — это 80 стрел. Дополнительно, да? А 80 стрел — это... Плюс 60 — это 140. Я уже, по-моему, с таким запасом ходил на него. И пришел к выводу, что там нужно 200 стрел. Минимум. Минимум 200 стрел. Поэтому надо пофармить еще. Просто с третьего раза-то надо его уже завалить. Просто нихера не смешно, конечно. Да, иди отсюда. Так, а может быть, если кладовщику сдать наборы ЧС, у него можно будет это. Может, он химикатов даст мне, если я у него попрошу. А? Интересно, даст он мне химикатов или нет? Хотя что-то я не помню, чтобы кладовщик там какие-то химикаты выдавал. Иди нахер. Не хочу я тебя сейчас сопровождать. Вообще не хочу сопровождать тебя. Чё? Без руки не такая бодрая, да? Как оно там? Одной рукой-то быть. Херовенько, да? Кому чё, блядь, овшивая Ваня? Давай сдадим. 34 500. О, есть химикаты. Есть. Отлично. Так, что, с продажи тут химикатов не появилось? Клинок, бумеранг. Нет, так, тогда мы тебя продадим. И все, да? Блядь, чё вот никто из них химикатами-то не торгует? Чё за херня? Так, а может поспать? И у кладовщика там что-нибудь обновится? Я просто уже задолбался реально эти химикаты фармить. Когда ты в процессе игры фармишь, как-то вообще там... Незаметно. Сейчас надо до утра спать, да?
до утра спать. Спим до утра. Разрывные стрелы, да, есть? Нет свободной ячейки. Ну, понятно, все уже. Давай, может, этот что-нибудь еще подсунет. Хрен-то там. Хрен-то там. Ну, по крайней мере, это... По крайней мере, сейчас должны здесь обновиться эти. Похоже, что хер, да? Нихера тут не обновилось. Чё, бежать? Погнали сюда. Тут не обновилось, если... То давай сюда. Кладовщик. Да что ж вас? Что ж вас так? Хрен чё тут найдешь, блин. Хрен чё найдешь. Давай искать здесь химикаты, а чё? Чё делать-то? Тоже должны здесь быть. Здесь же не может не быть химикатов. Если все это есть, значит и химикаты должны быть. Так, если 15 пачек химикатов, то он изготавливает по 8 стрел. Это 120, да? А 120-то это... Плюс 60... Это всего 180. Вообще не это. Снова не хватит. Двадцать.
Блин, какую-нибудь бы заначку бы здесь найти. Ну, вдруг тут кто-нибудь там склад себе устраивал. Блин. Ой, ты ж. Так. Чертеж, стрелы. Химикатов нету, да? Так, это у нас... Там просто непонятно, там зомбачелы. Пригодилась, а двухстволка-то. Пригодилась, еще как, да? Хотя надо бы было этот... Пистолет с глушаком взять, чтоб их бесшумно тут щелкать. Здесь вообще химикаты херово ищутся. Вообще херово ищутся химикаты. То есть как бы я уже столько оббежал. И как-то не очень.
Да вы ее, твари. Тут еще. Ну тут я еще ни одной этой не нашел. Ни одной банки химикатов. Такое чувство, что здесь это вообще как бы химикаты не падают. Капец какой-то прям. Блин, я уже хренову гору всего собрал. Кофе, металлические детали, там, пипец. А химикатов так и не могу надыбать. Чё? 1895 год. Так, где... А. Подожди, тут этот... Слушай, здесь вообще что ли химикатов нету, ёптать? Они что, не пользовались ими? Может, у тебя что есть? Разрывные стрелы есть у тебя, да? Ох, а можно как-то из разрывных стрел обратно химикаты сделать? А? Можно или нет? Инвентарь. Так, вот разрывная стрела, бросить. Я могу только бросить, да? Нет. К сожалению, нельзя в обратку это все сделать. Здесь Спарта.
This is Sparta. Угу. Кто там где пиздит? Короче, мне надо в это опять в башню, так как тут вообще нихера нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же. Химикатов нету. Так, у этих тут не появилось химикатов. Только стрелы разрывные. Только стрелы разрывные. Так, а сколько у меня химикатов-то сейчас? Подожди. Сколько у меня химикатов сейчас? Ох. Одиннадцать химикатов, это 88 стрел. Ну, это ни о чем, это ни о чем. Давай, короче, спим. Еще спим до вечера. Еще раз спим. До утра. Че у тебя тут? Да чтоб тебя нахер.
Что, до сих пор, что ли, не обновилось? Мне что, релогнуться надо, что ли? Сейчас посмотрим, если вот здесь нету. Нет, здесь есть. Это там что-то не хочет релогаться. А тут вот нету. Что, еще не все обновилось, что ли? Что такое не везет и как с этим бороться? Что-то как-то быстро выживший погиб. Я ж его спасать пришел, а что он от меня убежал? Я специально, блин, пошел к нему спасти, думаю. Спасу выжившего. А он взял от меня и сбежал. Дебил. Дебил.
Что-то вообще прям химикаты перестало давать прям. Химикаты давать перестало. Ну. Слушай, ну вообще как будто это. Они забыли, что это. Химикаты существуют. Игра, ты чё, ёптать, забыла, что есть еще и химикаты? Даже здесь химикатов нет. Какую-то ботву подсовывает. Ох ты ж. Меня это уже накалять начинает. Бечевка, бечевка, бечевка. Бухла хрен знает сколько бутылок. Кофе тоже хер знает сколько. А вот химикатов не дает. Перестал давать химикаты. Перестал. Ну-ка, тут можно? Нет, стоп. Какой-нибудь из этих открыть. Не открывается. Понятно. Беда, печаль.
Беда, печаль. Ну что, здесь, может, химикаты есть, а? Хер-то там. Печеньки. Печеньки. И дуболом какой-то очередной. Рычи что? Рычи, не рычи, мне на тебя похер. Рычи, не рычи. Охереть, я нашел банку химикатов. Вот это да. Вот это да. Оба-на. Мимо, сука, прыгнул. Сильно разогнался, да? Сильно разогнался. Хер его знает, где, блядь, еще искать их. Че вы там орете-то? Ой! На своем непонятном зомбячьем языке. Здесь, скорее всего, что-то есть, но... Тут зомбаков капец. Опять сладости восточные. Заморские. Я не знаю уже, куда бежать. Куда, где тут еще фармить можно их? Под фа...
Нету. Нету. Нету в продаже химикатов. О. Блин, мне бы сейчас это бонус бы такой, знаешь. Два химиката бы выпало. Вот это было бы, наверное. Джекпот прям, да, такой. Я бы решил, что это джекпот прям. Ну. Так, ладно, 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 ладно. Аптечка. Аптечка. Угу. Окей. Так, а чё? Так, самодельные гранаты. Я могу сделать их. 13. Ядовитый лишайник. Блин, может вот эта осколочная мина? Может она тащить будет, как эта бомба Курта? Хер ее знает, блин.
просто сделать 39 самодельных гранат. Ну, я уже этих взял. Усилитель выносливости. Ничего у тебя нету. Ох, 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 ох. Ладно, я что-то уже это устал фармить эти химикаты. Давайте мы продолжим в следующей серии. Дофармим. Подожди, а что ты? Что такое? Журнал боевых действий тут лежал. Ничего себе. Продолжим в следующей серии. Мне нужно хотя бы еще штук, для Верочки, штук 5-6 найти химии. Скорее всего, релогаться придется. Ребята, в общем, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И я с вами прощаюсь до следующей серии. Всем пока.